Видновская детская поликлиника в следующем году отметит 15 лет с того счастливого момента, как она обрела новый дом. За прошедшие годы учреждение здравоохранения развивалось в соответствии с растущими потребностями города и района. Поликлиника не раз принимала участие в региональных конкурсах, становилась площадкой для проведения международных, российских и областных семинаров и конференций. И вот новое испытание – участие в конкурсе Московской области на звание «Лучшая детская поликлиника». Областной конкурс, а проходит он в три этапа, стартовал осенью прошлого года. И уже на окружном этапе Видновская детская поликлиника показала отличный результат. Наш 10-й округ – это наше направление Домодедово, Кашира, Ступино, Серебряные пруды. По нашему округу, значит, три поликлиники были номинированы на презентацию «Лучшая детская поликлиника». Это наша Видновская поликлиника, Домодедовская поликлиника и поликлиника города Ступино. Войдя в тройку лучших учреждений в округе, Видновская поликлиника заслужила право выйти в финал. Кроме того, она была представлена в двух номинациях – «Лучшая детская поликлиника по благоустройству» и «Лучшее отделение медицинской реабилитации». В рамках программы губернатора был разработан и новый стандарт поликлиник. Чтобы ему соответствовать, в учреждении здравоохранения района для детей была проведена большая работа. И теперь в поликлинике работает запись к специалистам через интернет, установлены терминалы электронной очереди. А для того, чтобы дети не скучали в ожидании приема врача и чувствовали себя комфортно, в холлах повесили большие телевизоры, установили специальные детские стулья и стойки для творчества. На косметический ремонт помещения было потрачено более 1 миллиона рублей из бюджета района. Еще 2,5 миллиона пошло на ремонт крыльца, пандусов и оборудование мест для детских колясок. Благодаря такому комплексному подходу учреждение уже вошло в десятку детских поликлиник «Зеленой зоны» Министерства здравоохранения Московской области, то есть стало одним из тех, которые соответствуют стандарту. Мы хотим, чтобы более доступна была медицинская помощь нашему молодому подрастающему поколению, то есть детям. Плюс, как бы сказать, дети и родители, когда, приходя в наш теремок здоровья, получали полностью квалифицированную медицинскую помощь, чтобы не было очередей, чтобы люди, которые приходят сюда, были довольны. Итоги областного конкурса станут известны уже в конце июля, и его результаты послужат новым импульсом к дальнейшему развитию и усовершенствованию работы Видновской детской поликлиники. Татьяна Акимова, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.